Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о интересных находках спасателей, которые разбирают завалы. Речь пойдет о ювелирных украшениях и о крупных суммах денег. Итак, разберем поподробнее. В ходе разбора завалов, оставшихся после землетрясения в турецком городе Газиантеп, спасатели нашли под развалинами одного из зданий порядка 2 миллионов долларов. Деньги нашла бригада пожарной охраны столичного муниципалитета Газиантепа в процессе разбора завалов на обрушившейся стоянке Айше Мехмед Палат в Газиантепе. Деньги обнаружились рядом с мужчиной, которого спасатели вытащили из-под завалов. Как отметили в спасательной службе, приоритетом для них является извлечение людей из-под обломков зданий и сооружений живыми. Там указали, что найденные деньги в нынешних обстоятельствах – обычное событие. Эта сумма, по данным турецкой прессы, была передана полицейским. Следующая находка денежных средств была сделана спасателями из России. Спасатели РФ, участвующие в ликвидации последствий землетрясений в Турции, обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами, общая сумма которых составила 150 тысяч при разборе завалов жилого дома в пострадавшей республике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы местной полиции, следует из сообщения ведомства. Также в сети ходит видео, снятое на телефон, на котором видно, как спасатели, разбирающие обломки, нашли довольно крупную находку. Этой находкой оказались золотые изделия, которых было довольно много. Спасатели складывали эти драгоценности в большие сумки, после чего передавали властям. Многие из находок объяснимы. Помимо пострадавших жилых домов, в результате землетрясения были разрушены также множество магазинов, в том числе продающие различные ювелирные изделия. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше о Турции, вы можете подписаться на наш канал. Также не забудьте поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. До новых встреч!